Спикеры-профессионалы своего дела, представители российского антидопингового агентства РУСАДА и регионального Минспорта. В течение двух недель им предстоит донести до слушателей актуальную информацию об организации, проведении информационно-образовательных мероприятий по антидопинговой тематике и новшествах. Слушатели семинара, ответственные за чистоту спортивных сборных команд и физкультурно-спортивных организаций Мордовии. Наши и тренеры, и спортсмены, и специалисты, которые работают со сборными командами, и даже родители получают кто-то первоначальные знания, кто-то уже более глубокие по тому, как должна проходить и система тестирования на все эти препараты, ну, возможно, невозможно, то есть запрещенный список. Все знакомятся с теми правилами, которые сейчас существуют, актуальны и ежегодно обновляются. В прошлом году подобный семинар проходил в рамках чемпионата России по велоспорту на шоссе. Спортсмены Мордовии в обязательном порядке проходят все необходимые тестирования, тем самым подтверждая свой профессионализм. За последние пару лет ситуация с допингом в спортивном сообществе Мордовии стабильна, не выявлено ни одного нарушения. Чтобы даже случайно не испортить статистику, нужно пополнять и обновлять свои знания в области противодействия допингу. В первый день семинара речь шла о необходимости соблюдения антидопинговых правил, последствиях их нарушения и изменениях в запрещенном списке 2023 года. Впереди еще один день научно-практического семинара. Участникам предстоит составить план антидопинговых мероприятий и обновить программы спортивной подготовки. Ирина Суконкина, Сергей Соколов. Народные новости.